Всем привет, друзья! С вами снова Дэнни. И сегодня я расскажу вам про новый летний сезон, который продлится с 20 по 27 декабря. Ну что, поехали? Мои молитвы были услышаны, и этот сезон встречает нас кучей сезонных чемпионатов. На основной карте вас будет ждать 4 новых сезонных чемпионата и 2 сезонных выходки. А вот на острове Fortune Island вас будет ждать 3 сезонных чемпионата и 2 сезонных выходки. И начнем мы с основной карты. За первое место против драйватара в уровне эксперт в раллином спринт-кроссе в Морхеде вы получаете быструю реплику в чат «Хо-хо-хо», призовую игру и 15 тысяч кредитов. За первое место против драйватара в уровне эксперт в кольцевой гонке в Лейкхердской роще вы получаете 15 тысяч кредитов, быструю реплику в чат с Рождеством и автомобиль Renault Clio Forza Edition. За первое место против драйватара в уровне эксперт в спринте в холмах Ранохской лощины вы получаете 15 тысяч кредитов, призовую игру и автомобиль BMW M6 2013 года Forza Edition. И за первое место против драйватара в уровне непобедимой в командном кольцевом кроссе в поселке Бродвей вы получаете одежду, костюм Санты. Ну а теперь про сезонные чемпионаты острова Fortune Island. Здесь все просто, за первое место против драйватара в уровне эксперт можно получить 3 призовых игры. Приз одинаковый для всех 3 чемпионатов. Ну а теперь давайте расскажу вам про новый сезон и Forzafone, который продлится с 20 по 27 декабря. Первое испытание называется «Прыг-скок». Для его выполнения вам понадобится автомобиль категории «Багги». И все, что потребуется по традиции, просто выехать из гаража. Второе испытание называется «Неограниченная мощь». Для его выполнения вам необходимо продемонстрировать технику «Воздух» 10 раз. А для выполнения этой техники вам достаточно просто оторвать «Багги» от земли. Следующее испытание называется «Горячий песок». Для его выполнения вам понадобится кольцевой автокросс у замка. А все, что от вас потребуется, просто выиграть этот автокросс на багги. Последнее испытание называется «Никакой пощады». И здесь все предельно просто. Необходимо проехать 16 километров по бездорожью. В зачет идет любая местность, где нет дорог. А теперь о призах. Как всегда, можно купить призовую игру за 40 очков и призовую супер-игру за 150 очков. Из одежды в этот раз эпические усы Санты за 50 очков и легендарная шапка Санты за 100 очков. Автомобиль в этот раз эпический, грузовик Volvo Airing 9 за 250 очков. Ну и главный приз этот Forzafone — это Alfa Romeo Giulia Quadri Foglio Forza Edition за 400 очков. Если бы вы знали, сколько раз я пытался это произнести. Ну а на этом все, друзья. Не забудь подписаться, чтобы не пропустить новый сезон, который стартует 27 декабря. И не забудь поддержать меня лайком. Всем пока и удачи с выполнением заданий.